Кас Абрикосов, Самара. Здравствуйте. Увидел ваши фильмы. Вы полностью правы. Привел у себя с одного дерева дочь Папировки на разные деревья, в том числе по срокам созревания и вкусу. Запомнили, деревья по двое разные. Все яблоки получились разные по размеру и вкусу. Вот. Так что спасибо за поддержку, уважаемый Юрий. Захотелось приобрести у вас абрикосы. Живу в Самаре. Как будет пересылка? Саженцы с закрытой корневой системой или с открытой корневой системой? С уважением, Юрий. Значит, я вот эту вот, всем, кто задает вопрос по саженцам, я их подболю вот сюда. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот. И вы, то есть, Сергей Железов. Так вот, два слова. Вы живете в Самаре. Я был звонок, клянусь Богом, я никогда не шучу с небом, боюсь. Поэтому, когда клянусь, значит, уже точно правду говорю. 20 километров в севере Москвы, звонок моих соседей, прекрасно сад, который 8 лет назад у вас саженцы купили. Вот, я тоже хочу. Ну и я к чему это говорю? Я тут же накинулся, говорю, скажите соседям, напомните о Железове, пусть они пришлют фотографии, вот. Потому что я устал уже, я еще немного, я сам поверю, что ничего невозможно, потому что это прямо уже, ну, представляете, не называя фамилию, не называя откуда, но кто-то уже в предыдущих вебинарах видел, кто-то фотографии видел. Авторитетнейший садовод, ну как сказать, серьезный мужик средних лет, скажем так, и говорит, что это самое, у нас абрикосы не только мы не занимаемся, потому что это они не могут нажить. Вот это не занимается.